Колеги, продовжуємо нашу серію прес-брифінгів. Вже зараз останній прес-брифінг на сьогодні. Я дуже рада запросити нашого шановного гостя Мустафа Джемілєв, народний депутат України, уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу, лідер кримсько-татарського народу і перший голова меджлісу кримсько-татарського народу. З паном Мустафою ми будемо говорити про ситуацію з кримсько-татарським народом сьогодні. Фактично, те, що відбувається сьогодні, є нічим іншим, як геноцидом, репресії продовжуються. Кримсько-татарський народ під загрозою депортації. І зараз вже я запрошую пана Мустафу підняти цю тему. Прошу вас. Уважаемые дамы и господа, в Крыму сейчас больше всех, у всех на устах, это участившиеся пропажи людей. На сегодняшний день, по нашим оценкам, исчезли 18 человек с начала оккупации. Последнее это было позавчера. 23-летний молодой человек исчез. Федеральная служба безопасности отрицает свою причастность. Скажем, а в то же время, скажем, то, что в Белогорске двоих задержали, затолкали в Volkswagen, все видели, записали номер. Это были сотрудники отрядов так называемых самообороны. Это сброд из криминалитета, отставных бывших работников СБУ, КГБ, ГРУ, так называемых казаков. Это люди делают черную работу по заказу. То же самое убийство Решата Аметова, труп которого нашли 15 марта, тоже было дело их рук. Но ни одно похищение, ни одно убийство пока не расследовано, и никто не привлечен к уголовной ответственности. Для чего это делается? Ну, во-первых, это борьба с инакомыслием, а во-вторых, чтобы внушить людям страх. В первую очередь тем, кто не приемлет оккупацию и готов как-то сопротивляться оккупационному режиму. А в основном это, конечно, крымские татары и их представительный орган Меджлис крымско-татарского народа. Только в течение последних недель, последней недели среди крымских татар проведено более 40 обысков. Формальным основанием является якобы поиск оружия и запрещенной литературы. Вот этот термин «запрещенная литература» нами уже давно подзабыт, и мы четверть века не знали, что это такое. А теперь вот этот советский термин возрождается. Они составили большой список, только список этот на 200 страниц, там 2600 с чем-то наименований политической и религиозной литературы. Этот список, конечно, никто у себя как справочник не держит, чтобы очищать свою библиотеку от этой литературы. И практически каждый более-менее интеллигентный человек рискует быть объектом обыска. Обыски проводятся со всей таким нахальством, грубостью, с применением физической силы, в масках, врывается человек 20-30, всем на пол, несмотря на то, что там дети, женщины. И опять-таки это элемент того, чтобы внушить страх людям. Другой метод, чтобы подавить сопротивление людей, это штрафы. Там считается так, что если более трех человек собрались, и на собрание не получено согласие властей, это незаконный митинг. Скажем, вот 16 сентября проводится обыск в здании Меджлиса, люди собираются, в том числе журналисты, более трех человек вместе собрались, подходит сотрудник ФСБ или полицейский, говорит, вы не на законном митинге, сразу их фотографируют, и это уже основание завтра у него произвести обыск и наложить на него штраф. Штрафы от 10 до 40 тысяч, это, конечно, при той экономической ситуации, которая сейчас сложилась в Крыму, это огромное бремя. Более 2500 человек, которые 3 мая приезжали встречать меня на границе и
пересекли кордон между оккупированной частью и материковой частью Крыма, они расценивают как незаконный переход границы, и тоже подавляющее большинство уже их оштрафованы в общей сложности на несколько миллионов рублей. Вот таким путем они стараются подавить сопротивление людей. Циркулирующие слухи о возможном депортации, тотальной депортации крымско-татарского народа, они приобретают какие-то уже довольно реальные очертания. Скажем, очень много подозрений, что планируемая российскими властями так называемая перепись на территории Крымского полуострова тоже это элемент подготовки вот к этой, если не тотальной депортации, то, по крайней мере, может быть, значительной части. Правда, 26, выступая на ООН, министр иностранных дел Лавров 26 сентября говорил, что Россия не планирует депортацию крымских татар. Но, как вы знаете, за несколько месяцев до оккупации Крыма Путин тоже говорил, что какие-то разговоры о якобы претензиях России на Крым – это абсурд, у нас никаких там проблем территориальных с Украиной нет. Поэтому то, что говорят российские политики, это ничего не означает и может даже означать прямо противоположное. Поэтому такие опасения есть. Кроме того, сейчас тотально раздают повестки молодым людям с призывом в российскую армию. Правда, забирать в армию собирается уже в начале 2015 года, но сейчас предварительно они всех берут на учет. В том числе привозят повестки и молодым людям, которые не брали российского паспорта и не собираются их брать крымским татарам. Тут опять-таки расчет, что, конечно же, эти люди не пойдут в российскую армию. Задача оккупационных властей, если люди подчинятся и пойдут в армию, то их вывести за пределы Крыма, там Мурманск или куда-то, или еще хуже на Кавказ, или еще хуже против своей же страны, там против Украины. Но больше всего это, видимо, расчет на то, что молодые люди, а также их семьи, потому что они остаются там заложниками, покинут территорию Крыма. И таким образом они будут способствовать добровольной, так сказать, депортации, выселению из Крыма. Вот поэтому я несколько раз об этом уже в многих местах говорил. Вот эта оккупация Крыма напоминает первую оккупацию 1783 года. Тогда тоже не депортировали. Тогда и вагонов-то не было, железных дорог не было. Но создавали условия, отнимали землю, надругались над религиозными и национальными чувствами, убивали лидеров, и люди сами вынуждены были покидать территорию Крыма. И сейчас, например, в Турецкой республике проживает 10 раз больше крымских татар, чем в самом Крыму. Вот такая ситуация примерно наблюдается сейчас в Крыму. Ну, общая такая атмосфера, конечно, того энтузиазма «Россия» такого уже нет. И преобладающее чувство у людей там страх. До неимоверных размеров дошло стукачество. Вот между собой даже люди опасаются о чем-то говорить, произносить, скажем, в негативном аспекте имя Путина. Это самое такое уязвимое место. И люди предпочитают вообще на политические темы не говорить. Ну, за исключением, конечно, крымских татар. Вот такая, в общем, атмосфера. Но социально-экономическое положение тоже значительно ухудшилось, хотя они заработную плату, пенсии несколько подняли, но цены поднялись еще выше. Тем более в свете падения рубля, он сейчас привалило 40 рублей за доллар, положение еще будет больше ухудшаться. Но если, скажем, Украина прекратит поставки электричества и воды, а вода и электричество где-то на 80% поставляется из Крыма, то Крым вообще окажется в темноте и без воды. А если еще и
прекратить поставки продовольствия. Но если вы пойдете по, вот скажем, трассе, посмотрите на Красноперекопской армянской трассе, увидите растянувшиеся на несколько километров фуры с продовольствием из Украины в Крым. Для меня вообще-то вот эта загадка, что, пользуясь моментом, подзаработать, или здесь какая-то договоренность каких-то фирм. Даже из Крыма мне говорят, а для чего вы, собственно, оккупантов кормите? Тут он, когда мне говорят, вот там люди в тяжелом положении, в Крыму надо бы им оказать гуманитарную помощь. Я говорю, главная помощь – это все меры направлены должны быть на освобождение Крыма от оккупации. Мои соотечественники, когда мне звонят по телефону, первый вопрос мне спрашивают, а почему вы не перекрываете воду и электричество? Поэтому, потому что улучшить там ситуацию невозможно, особенно с правами человека. Мы попали в государство, где тоталитарная система правления. Как в самой России, но в Крыму она в несколько раз хуже. Лучше, чем в самой России, конечно, там никогда не будет. А что творится в России, как обстоят дела с правами человека, всем это известно. Это советская система еще в худшем варианте. При советской власти, по крайней мере, люди не исчезали бесследно. Ну, правда, в сталинские времена это было. Но хрущевский, брежневский, андроповский, горбачевский этого не было. Была процедура. Людей арестовывали, было там следствие, по крайней мере, конечно, в конечном счете всех инакомыслящих отправляли в лагеря. Но, по крайней мере, была процедура, людей просто так не забирали, не убивали из-под тишка. Поэтому все усилия, я об этом говорил и в Страсбурге 3 дня тому назад, и везде, каких-либо полумер, конечно, если привлечь какие-то международные организации, да и привлечь невозможно, туда никого не пускают. Ну, даже если все обратить на внимание на все эти беззакония, может быть, как-то удастся смягчить террористический вот этот режим. Но в конечном счете решение проблем людей, которые там живут, это только освобождение от оккупации. Дуже дякую, пане Мустафа. У нас є запитання залу. Гражданское объединение грузини Майдана Ливан. Скажите, пожалуйста, сколько крымских татар считаются, по вашим подсчетам, пропавшими без вести? И второй вопрос. Сегодня мне звонила мать Гайде, вот, и просила спросить вас. Она обращалась к президенту Украины насчет пропажи ее дочери. Вот, и ей сказали, что да, президенту известен, значит, этот факт. Скажите, пожалуйста, это так, он, эта проблема известен президенту? Пофамильно пропавших численность крымских татар мы называем пока 8. Но есть люди других национальностей, в общей сложности, но есть люди, которые не называют. Там страх. Даже вот, если пойдете в село, где был убит, село Земляничное, Решат Аметов, там даже соседи боятся сказать что-то, потому что такое вот пристальное внимание ФСБ. Но везде циркулируют цифры, что с начала оккупации на сегодняшний день пропало 18 человек. Это по нашим и оперативным там сведениям, которые мы получаем через осведомителей Федеральной службы безопасности. Среди них большинство, конечно, крымские татары. Что касается Гайде. Еще где-то, по-моему, месяца полтора тому назад на меня выходили люди, говорили, что якобы вот эти бандформирования просят за нее 50 тысяч евро, чтобы освободить. Ну, во-первых, этих денег у нас никогда таких не бывало, но даже если бы дело в деньгах, неизвестно было, как с кем там надо торговаться. И здесь было что-то не совсем понятное.
На сегодняшний день, какой мы располагаем информацией, я такая, что она ездила туда, в Луганскую область, для передачи гуманитарной помощи, и там ее захватили эти террористы. Мы по своим каналам стараемся, ищем следы, но пока какого-то ощутимого результата нет. Украинские новости, Дмитрий Перепелица. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы какие-либо действия, как-то обратиться к кому-либо или предпринять какие-либо действия, чтобы наконец-то уже перекрыть поставки дешевого продовольствия, газа, электричества в Крым, чтобы могли жить крымчане оценить все, так сказать, прелести российской власти? Об этом я говорил и с начальником службы безопасности Валентином Наливайченко. Об этом был разговор и с президентом. Все они согласны с тем, что действительно здесь. И я еще обращал их внимание на то, что практически там границы у нас нет. Любая машина, что бы она там ни содержала, заплатив 2000 гривен на границе, как с украинской стороны, там, кстати, русские тоже берут гривнами, 2000 гривен туда, и все можно провести. И, как сообщают мои соотечественники из Крыма, где-то 90% вот этих фур с продовольствием, они не остаются в Крыму. Они через Керченскую переправу направляются дальше в Россию, там продают, потому что цены на продукты в России на несколько порядков выше. Вот предполагается, что на каждой фуре человек зарабатывает 7-8 тысяч долларов, поэтому 4 тысячи гривен, отданные за взятку, ничего не означает. У меня создается впечатление, что очень многие бизнес-структуры в Крыму, как в Крыму, кстати говоря, есть фуры, которых контролирует этот гоблин, как его фамилия, Олег Аксенов. Есть фуры, которые контролируются бизнес-структурами Украины. Поэтому службе безопасности нам надо разобраться, во-первых, кому что принадлежит и почему вот такое происходит. И второе, надо обязательно укрепить границу, чтобы она не была прозрачной. Потому что хорошо, одно дело продукция, а можно же в этих фурах проводить и другое, которое взрывается, скажем. И это небезопасно для нашей страны. Є ще запитання? Ще запитання з першого ряду. Сергій Кутняков, Манінформ. Господин Жемельов, наскільки ви оцінюєте угрозу вторження російських військ з Криму на материкову частину України? При полной блокаде перешейка, то бишь вода не поступает, а экологи оценивают это экокатастрофа, свет не поступает, ну не подается, продовольствие не подается, это глобальный кризис для жителей крымчан. И в то же время эксперты оценивают, в том числе с Крыма, чтобы ускорить возвращение Крыма Украине, необходима эта блокада. Причем полная, что бы там ни было. Но все-таки угроза военного вторжения, и я уже спрашивал сегодня речника РНБО Лысенко, говорят, достаточно сил и средств, чтобы удержать агрессию. Благодарю. Я не думаю, что у нас достаточно сил удержать агрессию. Вот когда, ну, сейчас, конечно, ситуация украинской армии несколько иная, чем сразу же после бегства Януковича. Так вот, сразу же после бегства Януковича у нас на закрытом заседании Верховной Рады Украины выступал министр обороны и говорил о том, что на всю нашу 45-миллионную страну мы располагаем армию всего 40 тысяч человек. Из них только боеспособные, то есть готовы что-то предпринимать, около 6 тысяч человек. Вот до такой степени была доведена армия. Сейчас, конечно, улучшается, но на территории Крымского полуострова, это по натовским данным, сосредоточено около 40 тысяч вооруженных сил России. И вся современная, с точки зрения России, по крайней мере, по российским стандартам, современная военная техника. Все эти грады, шмели, буки, там все есть.
Почему не перекрывается? Вот, кстати говоря, есть опасения того, что если мы перекроем воду и электричество, у них будет больше соблазна двинуться дальше на территорию Херсонской области и отхватить те узлы, где идет распределение воды и электричества. Кстати, там распределение не только по Крыму, оно там, если взорвется или там отключится, то останутся без света и многие регионы Украины тоже. Поэтому один из аргументов, почему, так сказать, Украина не создает духоту там в оккупированной территории, это вот опасение, я так полагаю, мне открыто об этом не говорят, что мы боимся, а опасение того, что русские войска могут скорее двинуться на материковую часть. Кроме того, Россия прекрасно понимает, что не сегодня-завтра, опять-таки, может быть, это перекрытие. И поэтому стратегия России, она прослеживается их действиями от Мариуполя, там, соединить сухопутную такую линию, которая соединяла бы с Крымским полуостровом. Потому что единственная линия связи – это Керченский пролив, который, кстати, на зиму замерзает, и совершенно там ничего невозможно перевозить. А самолетами перевозить это десятки раз дороже. И поэтому эта угроза вторжения всегда существует. Поэтому я изначально всегда, я и в Министерстве обороны, при встрече с генеральником Генерального штаба и с президентом говорил о том, что все силы надо направить именно на охрану южных границ нашей страны. Но имеем то, что имеем. Я думаю, что с каждым днем ситуация будет улучшаться в плане укрепления нашей обороноспособности. Но пока, я думаю, мы недостаточно сильны для того, чтобы противостоять возможной агрессии с южной стороны. У нас еще декілька запитань. Казахстанская позиция. Первый вопрос, Мустафа Ага, по поводу создания автономии в Херсонской области. Вот где-то месяца полтора-два назад была пресс-конференция, на которой была информация о том, что будет создаваться, возможно, автономия крымских татар на территории Херсонской области. И второй вопрос по поводу ситуации вокруг вашего сына. На какой стадии, где находится, если есть информация об этом? Ну, во-первых, вопроса о создании крымско-татарской автономии в Херсонской области не было. Речь шла о том, что присоединить прилегающие к Крыму часть Херсонской области, где, кстати, проживает довольно много крымских татар, а всего в Херсонской области, по нашим оценкам, где-то 12 тысяч крымских татар. Это те крымские татары, которые в советское время приезжали в Крым, их обратно выбрасывали, и они на места ссылки не отправлялись, а оседали близко к Крыму, в Херсонской области, в Краснодарском крае России, чтобы после решения вопроса легче было вернуться на свою родину. Но в силу экономических обстоятельств они пока еще не смогли вернуться. Так вот, речь шла о том, чтобы часть Херсонской области, в частности Генический район, присоединить к автономной республике Крым. И там создать администрацию автономной республики Крым. Вот оккупированная часть, это там в Симферополе и другие. И здесь Генический, с центром Генический, может быть, создать ту администрацию свободного Крыма. Эта идея вообще-то понравилась всем, и премьер-министру, и президенту. Но тут конституционная норма это. Ведь когда принимали Конституцию, там статья об автономной республике гласит, что эта автономная республика создается в рамках Крымской области существующей. И если мы наращиваем эту границу, то должно быть решение, принятое Верховной Радой, то есть не менее 300 голосов. А в нынешнем составе парламента это пока невозможно. Я думаю, к этому вопросу мы можем вернуться уже после парламентских выборов. Но опять-таки, все это связано с тем, насколько мы сможем укрепиться в военном плане. Если мы там создадим такую свободную зону крымской автономии, опять-таки у россиян будет соблазн захватить и эту часть. Сможем ли мы там ее защитить, это другой вопрос. Что касается сына. Вкратце, вы знаете, что в прошлом году, точнее 28 мая, у меня дома случилась трагедия. Сын выстрелил в друга нашего семьи, почти что члена нашей семьи, Фивзи Эдемова. Это был смертельный выстрел.
которые квалифицировали как убийство. Позднее следственные органы квалифицировали это как неосторожное убийство и вынесли решение о необходимости освобождения из-под стражей сына, но при Януковиче было совершенно по-другому. Янукович сразу пытался использовать эту ситуацию для торгов со мной. Посредник Януковича говорил о том, что сын будет освобожден, неважно, там по состоянию здоровья или по переквалификации статьи, если я покину фракцию «Батьковщина» и перейду в партию регионов. А, вернее, даже не в партию регионов, они там создавали какую-то новую партию, как они говорили, она не оппозиционная, не провластная. Они даже показывали мне программу этой партии, там демократия, свобода, в общем, все там хорошо. Что, дескать, они видят меня в этой партии. Я тогда ответил им, что мои семейные дела – это мои семейные дела, а политика – это совсем другое. И упаси Аллах украинский народ от такой партии, которая начинает свои формирования вот с таких вот шагов. И после этого они переквалифицировали обвинения против сына на еще более тяжелые, которые влечет за собой пожизненное заключение. Теперь после оккупации, по всем правилам, существующим в мире, сын, конечно, должен быть был передан украинской стороне, независимо от того, он там, что он совершил. Потому что деяние было совершено украинским гражданином против украинского гражданина на территории Украины. Но россияне тоже решили воспользоваться, пытаясь, скажем, надавить на меня. Тоже были торги, дескать, сын завтра же окажется дома, если я то-то сделаю такие заявления. Поскольку таких заявлений не поступило и не поступит, то сына на днях перевели в Российскую Федерацию, точнее в город Краснодар. Но это для того, чтобы я не имел возможности с ним видеться, ну, сделать нам еще хуже. В расчете на то, что они все-таки нас вынудят делать такие заявления, которые они хотят. Одновременно они отказали адвокатам, которые занимались, доступ к нему, и сказали, что будут назначать своего адвоката. Ну, надо полагать, сотрудников ФСБ. Мы сейчас, правда, наняли другого адвоката из Москвы, из правозащитных кругов. Таким образом, на сегодняшний день есть решение следственных органов Украины о том, что было убийство по неосторожности, и он должен быть освобожден. Есть решение Европейского суда по правам человека о том, что сын должен быть освобожден. Но Россия, она плюет на международные нормы, на элементарную логику и делает то, что она хочет. Декілька запитань. Оксана Муллер, ТСН 1+1. Расскажите, какой на данный момент статус у Меджлиса? И, может, как впоследствии хотела бы узнать, насколько для крымских татар важно, чтобы этот орган нормально, ну не орган, а организация нормально существовала? Ну, вы знаете, сейчас после обыска 16 сентября опечатаны не только офис Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе, но и все 7 помещений, офисов, зданий на всей территории Крыма. Обвинения очень интересные. Формально обвинение в том, что, ну, сказали, что вот производится обыск, потому что есть решение центрального суда центрального района города Симферополя об иске против фонда Крым, на балансе которого находится здание. Директор фонда говорит, мы же не знаем, что за суд, а если состоялся какой-то суд, какое-то решение, нас, наверное, должны были вызвать. Ну вот, не знаем, у нас есть решение суда. Выясняется, что суда, оказывается, еще не было. Обыск проводится 16 сентября, а суд, оказывается, назначен на 22 сентября. То есть эти люди пришли исполнять решение суда, которое будет через неделю. Вот такая ситуация. Потом, наконец-то, узнали, что это за иск. В иске там 2 пункта. В одном пункте говорится, что фонд Крым
создан в 1991 году, был зарегистрирован в городе Симферополь на улице Житкова, 40, а на самом деле в настоящее время находится в другом здании по улице Шмидта, 2. Но директор фонда говорит, и то здание наше, и это здание наше. Сотни раз налоговые инспекции Украины все это проверял, никаких претензий не было. Для чего вам? Ну, одним словом, так сказать, солдатские причины. Ну, второй довод, с их точки зрения, наиболее существенный и решающий. Почему президентом фонда Крым является иностранный гражданин, то есть я. Они меня, я человек, которому запрещен въезд на территорию Украины, но я являюсь у вас президентом. И это, оказывается, для них служит основанием для того, чтобы арестовать все имущество, копаться в наших бумагах, вскрывать наши сейфы, изымать все, что им попадается под руку, и в первую очередь информационную базу, которая на всех компьютерах. Ну, одним словом, понятно, что задача заключается в том, чтобы парализовать деятельность представительного органа крымско-татарского народа. Сразу же после этого Аксенов начал заявлять, такого органа, как Меджлис, не существует. Поторопился, товарищ. Советская власть тоже отрицала существование крымско-татарского национального движения, пыталась уничтожить. В конечном счете советской власти нет, национальное движение крымско-татар продолжает. Так что Меджлис, конечно, будет продолжать функционировать. Сейчас обсуждался вопрос о проведении национального съезда крымско-татарского народа, Курултая. А в Курултае там 250 делегатов. Они собираются вместе, избирают Меджлис крымско-татарского народа и решают наиболее актуальные для народа проблемы. Но сейчас опасность того, что, ну, во-первых, проводить Курултай в оккупированной территории нет смысла. Под дулами автомата съезда не проводится. А были предложения провести национальный съезд за пределами, или то ли в Херсоне, или в Киеве. Оккупационные власти, конечно, страшно против этого. Тогда возник второй вариант, может быть, в Стамбуле. Но это, опять-таки, в Стамбуле, если будет достигнута какая-то, скажем, твердая договоренность между Эрдоганом и Путиным о том, что этих делегатов пустят обратно, что никаких хулиганских действий на границе по отношению к делегатам при возвращении не будет. То, что если будет проводиться съезд на территории материковой части Украины, то, что их обратно не пустят, это, ну, очень большая вероятность. Но твердой гарантии, что пустят обратно делегатов в Курултая и после съезда, скажем, на территории Турции, в Стамбуле, тоже нет. Там официальные власти могут пообещать все, что угодно, но если там будут приняты какие-то решения, заявления, которые не по вкусу федеральным властям России, то, конечно, сразу же их решение может измениться. Поэтому в этой ситуации мы говорили, недавно было принято заявление Меджлиса крымско-татарского народа, мы тоже участвовали по скайпу, а заседание проходило в Крыму. Там принято обращение по поводу тех репрессий, которые проводятся оккупационными властями в отношении крымских татар. Это обращение, заявление адресовано международной общественности, и там ставится вопрос о необходимости созыва заседания Совета Безопасности ООН по рассмотрению именно крымско-татарской проблемы, потому что этот народ оказался под угрозой геноцида, депортации, и массово нарушаются права граждан этой национальности. И второе, видимо, будет обращение в организацию «Исламская конференция», в организацию, которая объединяет 56 государств, с тем, чтобы они тоже предприняли какие-то меры в отношении этого международного хулигана. Два остальных запитания. Добрый день, Денис Вяртай, историческая Аль-Джазира. У меня два таких вопроса. Во-первых, те крымские татары, которые пропали без вести, вы сказали, что их 8 человек, они имели какую-нибудь политическую ориентацию? То есть
можно сказать, что они пропали без вести из-за своих политических взглядов? И второй вопрос. Вы только что сказали, что надо договоренность между Эрдоганом и Путиным, чтобы съезд Курултая состоялся в Стамбуле. У вас с Эрдоганом есть разговоры по этому поводу? Спасибо. Ну, то, что людей выкрадывали по политическим мотивам, у нас нет никаких сомнений. Первый, который был выкраден и убит, Решат Аметов, убит ударом ножа в глаз, труп, который мы обнаружили через 10 дней в совсем другом месте. Его вина заключалась в том, что он, когда начали эти зеленые человечки появляться, уже началась оккупация, он вышел на площадь Симферополя, обвернутый в украинский флаг, и сказал: «Долой оккупацию». Вот это его главная вина. В YouTube вы можете увидеть там видео, как его заталкивают от так называемые отряды самообороны в машину и увозят. А потом после этого находят его труп. Остальные задержанные, один из них вроде бы уже есть информация о том, что его инициалы, там вот в расследовании дела по поводу якобы готовящихся террористических актов в Крыму, есть дело такое во главе с арестованным режиссером Савченко. Так вот, появились имена вот этих кое-каких пропавших без вести тоже. То есть не имена, а их инициалы. По вот этим инициалам мы предполагаем, что их может, они могут потом где-то появиться, но как причастные к этому делу. Другие, которых мы знаем, которые были арестованы, они тоже были активными. Вот там они были, участвовали в организации «Украинский выбор». Одним словом, занимали активную гражданскую позицию. Есть один молодой человек, которого они выкрали в Карасу-Базаре, по-русски этот город называется Белогорск. Участвовал в военных действиях в Сирии. А режим Асада уже является союзником Москвы, поэтому, видимо, тут расчет именно причинам, мы полагаем, что именно его участие в войне. Второй вопрос, что вы сказали? Вы сказали, что чтобы съесть Курултая. Да, насчет Эрдогана. Нет, пока конкретного разговора с Эрдоганом на эту тему не было, но она состоится. Я ездил на инаугурацию вместо Порошенко, так получилось, что он не смог вылететь. Он созывал в этот день Совет национальной безопасности и обороны. И вместо него он попросил меня, чтобы я поехал на инаугурацию. Но я встречался тогда с Эрдоганом, мы говорили на общую, коротко говорили о ситуации в Украине. И потом договорились о том, что в ближайшее время увидимся для более обстоятельного разговора. Я думаю, через пару дней я буду там в Анкаре, и мы будем этот вопрос обсуждать. Останнє запитання, будь ласка. Бібі Кюрі, Статус Україна. У мене наступне запитання. Викраденого 29 вересня в анексованому Криму кримського татарина Дема Асамова знайшли мертвим у Євпаторії сьогодні. Чи є підтвердження у вас цієї інформації? І ще одне запитання. 27 вересня зникли ще два кримських татарина. Яка їх доля сьогодні? Що скажете з цього приводу? Дякую. О том, что обнаружили труп выкраденных, у меня пока такой информации нет. Хотя утром я все вроде просматривал, нет. Ну, может быть, за время моего интервью, может быть, у меня уже поступило смс, я посмотрю. Да, есть опасения того, что выкраденных людей они убивают. Второе, что вам сказали? 27 сентября были украдены двое молодых людей из Карасу-Базарского района. Это Джипаров Ислам и Исламов Джевдет. О них у нас сведений нет. А потом через 4 дня пропал еще один человек. Дуже дякую. В нас був в гостях пан Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу. Дякую ще раз, що ви до нас прийшли. На сьогодні серія прес-брифінгів завершена. Дякую.